Приветствую гостей и подписчиков моего канала. В сегодняшнем видеоуроке я хочу показать вам, как вяжется такая ажурная блузка крючком. Я вязала в два этапа. Первая часть – это вязание оборки, вторая – это основная часть. Я буду использовать два крючка, номер 3 и 3,5, и нитки Янард Виолет в 50 граммах 282 метра. На это изделие у меня пошло почти 3 мотка. В процессе вязания я буду показывать один или несколько рапортов ряда и конец ряда, то есть переход на следующий ряд. И также во время вязания оборки вы сможете видеть схему каждого ряда. Для того, чтобы нам правильно рассчитать, сколько вязать петель в первом ряду, я связала образец. В одном рапорте 4,5 сантиметра. Один рапорт – это от этого фрагмента до этого. Я померила свой объем плечей. Это 84 сантиметра. Это число делим на 4,5, то есть на количество сантиметров в одном рапорте. Я разделила, у меня получилось 18,6. Я округляю это число до 19, поэтому вяжем 19 рапортов. В одном рапорте 14 петель. 14 я умножаю на 19. Получается 266 петель. Я набираю это количество петель. Довязали все петельки, теперь делаем соединительную петлю в первую петельку. Три петли. И в эту же петлю делаем еще 4 столбика с одним накидом. Пропускаем 3 петли в четвертую столбик без накида. Первая, вторая, третья, четвертая. 3 петли. Пропускаем 2 петли и в третью столбик с накидом. 1 петля, столбик с накидом в ту же петельку. Три петли, пропускаем 2 петельки в третий столбик без накида, накид, пропускаем 3 петли в четвертую 5 столбиков с одним накидом. Довязали почти до конца ряда, делаем последние 3 петли, и у нас должно остаться 4 петли. Делаем соединительную петельку в самую последнюю петлю, в четвертую. И вот здесь вот у нас мы делали воздушные петли. Делаем соединительную петлю в верхнюю петельку. Дальше делаем 3 петли на подъем. И в эту же петельку еще 2 недовязанных столбика. Первый и второй. У нас 3 петельки на крючке. Соединяем их одним накидом. Дальше 1 петелька. И в следующую петлю делаем 3 недовязанных столбика с одним накидом. И соединяем их одним накидом. Это называется шишечка. Вот эти вот 3 петельки, вот эти вот 3 столбика, которые мы не довязываем и в конце провязываем одним накидом. Дальше 1 петелька и в следующую петлю 1 шишечку. Одна петелька и в следующие 2 петли по одной шишечке. Петелька.
И в последний столбик последняя шишечка. У нас должно получиться 5 шишечек, потому что здесь 5 столбиков с одним накидом. Одну петлю, столбик без накида в следующую арку. 2 петли. И в эту маленькую арку столбик с одним накидом, одна петелька и еще один столбик с накидом туда же. 2 петли, столбик без накида в следующую арку, одна петелька, и в каждую петельку провязываем по одной шишечке. Мы в конце ряда делаем последнюю воздушную петлю и соединительную петельку с первой шишечкой. И вяжем соединительные петли до вот этого места. Вот мы пришли на вот эту арку. Дальше делаем 3 петли на подъем. Столбик с накидом туда же. Одна петелька. И в эту же арку еще 2 столбика с одним накидом. Две петли. Столбик без накида между первой и второй шишечкой. 3 петли, столбик без накида между следующими шишечками, 3 петли, снова столбик, 3 петли, столбик, 2 петли, и в эту арку делаем 2 столбика, 1 петельку и 2 столбика. Вот как получается. Здесь, там, где у нас будет ананас, у нас получилось 3 арки. Сделали 3 арки, дальше вяжем 2 петли и соединяем с воздушной петлей. Делаем 3 петли. Они считаются за 1 столбик с накидом и 1 воздушная петелька. Столбик с накидом между вот этими двумя столбиками с накидом. 3 петли, столбик без накида в арку, снова 3 петли, и между вот этими двумя столбиками столбик с накидом, 1 петлю и еще один столбик туда же, 2 петли и столбик без накида в эту арку. 3 петли, столбик без накида в следующую арку, 3 петли, столбик без накида в третью маленькую арку, 2 петли, и между первым и вторым столбиком, как здесь, провязываем столбик, 1 петельку и еще один столбик. Три петельки и столбик без накида в эту арку. Сделали 2 последние арки, маленькие, в этом ряду. Дальше отсчитываем третью петельку снизу, там, где мы делали петли на подъем, и соединяем. Делаем соединительную петлю в ближнюю арку. 3 петли на подъем. И плюс еще 1 петелька.
столбик с накидом в ту же арку. 3 петли, столбик без накида туда, где мы делали 3 воздушные петли в прошлом ряду. 3 петельки, столбик без накида в соседнюю арку. 3 петельки, столбик с накидом вот в эту арку. 1 петелька и еще один столбик туда же. 2 петли, столбик без накида в маленькую арку, 3 петли, столбик без накида в следующую арку, 2 петли, и вот сюда вот делаем столбик с накидом, 1 петелька и столбик. И повторяем, как здесь, 3 петельки, столбик без накида в эту арку, 3 петли, столбик без накида в соседнюю арку. Дальше делаем 3 петли плюс 1 петелька, столбик с накидом в ту же арку. 3 петельки, столбик без накида в следующую арку. И в следующую арку провязываем 5 столбиков с одним накидом. В следующую арку столбик без накида, 3 петли, и в эту арку делаем столбик с накидом, 1 воздушную петлю и еще один столбик. Две петли, столбик без накида в эту арку, 2 петли. В эту арку столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще один столбик. В конце ряда сделали 2 последние петли и делаем соединительную петлю. Переходим на серединку этой арки. 3 петли вместо 1 столбика и плюс 1 воздушная петля. Столбик с одним накидом в эту арку. 3 петельки, столбик без накида в эту арку, 1 петля, и в каждый столбик прошлого ряда делаем по 1 шишечке. И между каждой шишечкой по 1 воздушной петле. Одна петелька, столбик без накида в эту арку. 3 петли. И в эту арку столбик с накидом, 1 воздушную петлю и еще один столбик. 1 петельку. И в эту арку 1 столбик, 1 воздушную петлю и еще один столбик. И
и повторяем отсюда 3 петельки и столбик без накида в эту арку. В конце ряда сделали одну воздушную петлю и делаем соединительную петельку в третью петлю. И переходим на середину арки. 3 петли плюс 1 петелька. Столбик с накидом туда же. 2 петли. И делаем столбик без накида между вот этими двумя шишечками. 3 петли. Столбик без накида между следующими шишечками. 3 петли. Столбик без накида. 3 петли. Еще один столбик. Дальше 2 петельки. И вот в эту арку столбик с накидом, 1 петельку. Столбик с накидом. 3 петли. Столбик без накида в эту арку. Снова 3 петли. И в следующую арку столбик с накидом, 1 воздушную петлю, еще один столбик. В конце ряда провязали столбик без накида, дальше делаем 3 петельки. И соединяем с третьей петлей. Переходим на серединку арки. 3 петли. И еще одна петелька, столбик с накидом в арку. Две петли, столбик без накида в первую арку. Три петли, столбик без накида во вторую арку. Три петли, столбик без накида в третью арку. Две петли. Столбик с накидом в эту арку. Одна петелька. И еще один столбик туда же. Три петли. Столбик без накида в следующую арку. Три петельки. И столбик без накида теперь в эту арку. Три петли. Столбик с накидом в эту арку. Одна петелька, еще один столбик. Сделали столбик без накида. Дальше 3 петли. И соединяем. Переходим на серединку арки. 3 петли. И плюс еще одна петелька и столбик с накидом в ту же арку. 2 петли, столбик без накида в арку, 3 петли и столбик без накида в следующую арку, 2 петли, в эту арку столбик с накидом, 1 петельку, еще один столбик, 3 петли, столбик без накида в эту арку. Дальше в эту арку делаем 6 столбиков с одним накидом. То есть мы повторяем наш самый первый ряд, но вместо 5 столбиков делаем 6. Дальше столбик без накида в следующую арку. 3 петли, и в эту арку столбик с накидом, 1 петельку, еще один столбик. 2 петельки, столбик в первую арку, 3 петельки, столбик во вторую арку.